Всем салют, Мосалим тут. Сегодня работаем над шумоизоляцией Лада Приора. Отечественный автопром. Вот золотая выбулка. Тут ее, конечно, забили, но этого мало. Машина шумит, гремит. Сейчас обезжириваем все поверхности. Умываем грязь, я бы так это назвал. Да, вымываем грязь. Сейчас все отмоем и будем приклеивать наши реброизоляционные материалы. Вот, вот, вот такая вот вся машина. Откуда столько грязи и пыли в ней, непонятно. Шумоизоляция в дверях присутствует, но ее очень мало, там плохо видно. Небольшой кусочек есть. И все. Больше ничего. То же самое. Передние двери. Вот он. Полосочка ребрушки. И тонны пыли. Больше тут ничего нет. Дальше крыша. Крыша вообще голая. Естественно, она вибрирует, создает дополнительные шумы, которые создают нам дискомфорт при езде. Все это будем обклеивать. И багажник. Такие здоровенные арки. Абсолютно голые. Без каких-либо признаков шумки. Крылья то же самое. Единственное место, где приклеили вибру, это ниша запасного колеса. Ну, все, посчитали, что этого достаточно. Можно и так ездить. Крышка багажника тоже голая. Собственно, сейчас все это будем исправлять.